На прошлой неделе, в четверг, мы показали сюжет о незаконно возведенном заборе в Расторгуевской части города Видное. Никого не ставя в известность, собственники дома номер 4/6 по первому Павловскому тупику в товариществе собственников жилья ДСК имени 12 декабря буквально за несколько часов возвели железное ограждение, значительно увеличив территорию своего участка. Посягнули на муниципальную землю. Возмущенные соседи обратились к своему депутату и на телеканал «Видное ТВ». Благодаря слаженным совместным действиям справедливость восторжествовала. Забор простоял всего двое суток. В пятницу его начали демонтировать, а к утру субботы от него не осталось даже столбов. Поднялись все вместе, в администрацию обратились и нашли понимание. Все-таки это парки природное, это наше богатство, надо оберегать, защищать. Кроме нас, кто их будет защищать? Слава Богу, что все так закончилось благоприятно. Будем контролировать, как бы больше внимания уделять, а на будущее надо, конечно, кадастрировать это все, приводить в соответствие, чтобы в дальнейшем поползновений таких ни у кого не было. Местные жители уверены, благополучно решить проблему удалось благодаря широкому освещению ситуации в средствах массовой информации. Мы очень благодарны вот «Видных ТВ», потому что действительно это ощутимо была вот такая помощь. Увидели многие, увидели, и уже даже если были какие-то рычаги у противоправной стороны, может быть, уже никто не будет с ними связываться, помогать, включать какую-то помощь, потому что уже это очень открыто все. Представители товарищества и депутат этого избирательного округа теперь намерены еще пристальнее следить за действиями собственников, чтобы в будущем не допустить подобных ситуаций.